Телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской поделился фотографией ночной Самары, сделанной из космоса. Спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, сделал ее к 65-летию со дня первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Фото сделано с высоты более 400 километров. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает о ежемесячной выплате обучающимся по программам высшего медицинского образования по договору целевого обучения. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения МКО ГО «Самара». На страничке телеграм-канала указаны документы, которые необходимо иметь для предоставления выплаты. Администрация Самарского района сообщает о том, что записаться к нотариусу самарцы могут бесплатно онлайн через портал госуслуги. Такой формат записи поможет сэкономить время. С помощью сервиса можно не только выбрать специалиста, но и заранее отправить необходимые документы. Сервис запущен 15 марта 2023 года. Сейчас к нему уже подключены 88 субъектов Российской Федерации, в том числе и Самарская область, и свыше 5000 нотариусов, что составляет порядка 75% от их общего количества. Запись на прием осуществляется по 51 нотариальному действию. Начиная с прошлого года, такой записью воспользовалось свыше 16 тысяч граждан России.